Всем привет! И с вами канал MLP, мой маленький пони. Сегодня я делаю обзор про Понивилл. У меня есть своя комната, и там Понивилл. Да, я вам покажу. У меня там построен ресторан, дома, магазины. Сейчас все. И я вам это все сейчас расскажу. Конечно же, покажу пони, но не коллекцию, а где они живут, где работают, да. И начнем мы, пожалуй, с замка принцессы Селестии. Здравствуйте, я принцесса Селестия. А ты уже закончила кадр? Да. Сегодня я буду вам рассказывать про мой замок. Но принцессу Селестию для начала можно просканировать. Я уже сканировала. Вот мой замок. Мне его подарили родители на Новый год. Он большой, там 3 этажа и 5 комнат. Пятая комнатка, это не комната, а балкончик. Начинаем с туалета. Вот туалет. Там есть раковина. У нее она, кстати, крутится. Вот. Вот тут сердечко. Так, раковина фиолетовая, зеркало не из стекла, а из... Я забыла из чего, но не из стекла. Оно, конечно же, плохо смотрится. Что? Вот, сейчас там смотрите, видите, его лицо как будто бы какое-то не такое. Вот. И специально вставляется туалет. Вот туалет. И, кстати, эти картинки, они вставляются, их тоже можно просканировать. Вот, фотографию я уже сканировала, и там объявляется кьюти-марка принцессы Селести. Очень круто. Дальше есть в туалете такой вот фиолетовый стульчик. Там такая вот звездочка. Да. И в туалете стоит такое вот, это мыло. Вот. Есть еще для полотенца подставочка. В набор шло и розовое полотенце, и голубое полотенце. Да, но голубое потерялось, осталось розовенькое. Тоже некоторые вещички у меня потерялись. Некоторые вещи потеряла моя сестра. А в Черногории потеряла кружечку. И от замка молоко. Да, ну кружечка тоже от замка шла. Но так вот. Вот. Следующая комната — читательный зал. Вот. На этой корзиночке стоит такая вот сумочка. Это сумочка от замка Твайлайт. У меня 2 замка, поэтому одна сумочка куда-то потерялась, а другая сумочка... Не знаю, где эту сумочку, ее можно открыть, но чуть-чуть она не открывается, простите. Вот. И от Барби такая вот сумочка. Барби. Мы откроем, и там тоже кое-что есть. Письмо, зеркальце и палочка для мыльных пузырей. Ставим сейчас все. Книжка от замка полагалась, но у меня таких 2. Одна точно такая же, только желтая, другая, а то такая вот. Тут как картинка звезда, такие вот надписи и закладка. Вот и подставочка для книг. Вот. Дальше мы видим вот такой вот. Там лежит 2 леденца, духи и коктейль. Письмо, которое отправляет Спайк. И сундук. Да. Вот сюда вот поставится копыта, и он откроется.
Там лежит две книжки. Одна от Лупси, другая от Твайлайт, которую можно тоже просканировать. Но эту Твайлайт я использую очень редко для видео. Да, и тут вот фон библиотека. И у меня сама тут библиотека. Тоже можно просканировать. Переходим на второй этаж. Переходить тут, конечно же, по ступенькам. И пришли. Мы видим тут трон. Это не просто трон. Это волшебный трон. Он еще и не только трон, но и трон-лифт. Тут, конечно же, не мягко. Да, покрутим стрелочку. Вот так. И он у нас поднимается на третий этаж. Но есть еще сзади-то так, чтобы его поднять. Но вот. Но я вам не буду показывать. Вот оно. Где можно вот так вот поднимать, и он поднимается. Но только он очень сильно скрипит. Из-за этого у меня валятся вещи из замка. Я просто буду вот это крутить. Есть комната принцессы Селестии. Тоже можно просканировать. Вот и сама комната. Постелька, свечка. Дальше. Страна Селестии, страна Луны. Кухня. Тоже можно просканировать. Вот. Чайник, сахар. Одна чашечка на блюдце. Столик, мороженое, тортик, печеньки. Вот. Переходим на второй этаж. Ой, на третий. Там пусто, просто можно постоять и поднимать солнце. Или луну. Вот. Вот мы и закончили мой обзор. Даже в камеру не полный. Он полностью не поднимается. Ну, как-то так. Вот такой вот. Еле поднимается в камеру. Вот Твайлайт, который можно просканировать. И карета Твайлайт. Тоже. Мне очень нравится так вот. Дальше давайте мы перейдем к магазину. Стоит Эпплджек. Флаттершай. В магазине работает Рэрити. Она стоит за кассой. Вот касса. Рэрити. Вот. У нее можно отрывается головка. И обратно можно всунуть. Там пусто. Так вот она выглядит без головы. Довольненько пусто. Есть. Вот. Тут можно брать тележку, куда положить вещи. Да. А это пакетик. А что я когда купил... Сюда класть покупки и возвращаться домой. Первое дело. Можно купить такой вот столик и полный аксессуар кроватки. Одеялка. Это шапочка от Бэби Берна. Подушечка от кукольного домика. И мех от Снегурочки. Вот. Там стоит Снегурочка. Сейчас я беру. Вот. Вот от нее на ручку мех класть. Но я использую для магазина. Дальше идет такое дело. Есть кристальная расческа от Cadence. Коктейль от Лалупси мороженка. Но я уже не люблю Лалупси. Печеньки от замка принцессы Селестии. Веер от Лалупси золотинки. Коктейль от Лалупси вафелька. Заколочка от Кейденс. Платьишко от Твайлайт замка. Ролики от Капкейк.
Да. Расческа, не помню от какого набора. Расческа от Лупси Принцесса. Пончики от ресторана Капкейк. Поделка пончики. Дальше. Пенал для карандашей. Лампа, которая светится. Клубника со взбитыми сливками. Точно такая же расческа, но только не кристальная. Да. К сожалению, не кристальная. Это класс от Cupcake, но у меня это считается компьютером. Цветочки им продаются. Коктейль, швейная машинка, суп от Лупси и магазин игрушек. Ну, не магазин игрушек, а отдел игрушек. Во, столько много, да, даже есть. Подруга Тиары, вот сама Тиара, Карен, Шейн Гармор, Apple Bloom журнала, Twilight Sparkle с Киндером, Филлис, такой. Twilight Sparkle принцесса. Дальше переходим. Нас встречает Skywish. Rainbow Dash, которую можно просканировать. Переходим к замку Twilight. Вот. Встречает нас Spike. Есть сундучок тоже. Сейчас мы его откроем. Там пусто. Да. Такие вот полочки розовенькие. Тепи-тепи-тепи. Есть такие вот вешалка, платьишко Twilight, корона Twilight. Конечно же, мы знаем то, что у нас еще есть, конечно же, наша. Это Starlight Glimmer, она уже стала доброй, поэтому она у меня. Ее тоже можно просканировать. У меня есть с такой же коллекции Pinkie Pie. Я им не отрезаю веревочки. Второй этаж. А, кстати, а можно вот так вот, оп. Второй этаж, там такая Twilight. Привет, она смотрит в телескоп. Лестницу можно присоединять к свадебному замку. У меня его нету, но будет на этот Новый год. Я попрошу Деда Мороза. Переходим к ресторану. Вот и ресторан. Конечно же, у меня раньше была такая Пинки из такой же коллекции Rainbow Dash. Мне купили новую Rainbow Dash и новую Пинки. Встречает нас миссис Капкейк. Привет! Тут заказываешь еду, можно взять тостер, хлеб, пончик. Она принимает пассажиров и Пинки деньги. Пинки она ей дают денежки. Да, она из такой же коллекции, как Starlight Glimmer. Я не отрезаю веревочки. Браслетик. Ее тоже можно просканировать. У меня всего лишь 5 пони, которые можно сканировать. Принцесса Лестия, Twilight, Rainbow Dash и Starlight Glimmer. 5. Да, 5 поняш. Или 4, я уже не помню. Да, а тут вот... Для Спайка, то есть Спайк же не полностью в этот стол не встает, поэтому стелим ему подстилочку, он уже, да, достает до стола. Два стола, большой и маленький. На этом я заканчиваю мой обзор. Всем пока, спасибо за просмотр. Поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!